Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Виктора с ником Робин Гуд. Думаю, вы помните этот ник. Мы уже на этом аккаунте раньше были, и у нас сегодня роллинг по 1200. Если пойдет, если не пойдет, будем пробовать по 450. Такс. Поехали, посмотрим, кому, кого ему не хватает. Фоба Космо. Трифит, Ледяка, Оккультист, Землеройка, Свалин. Ой, да тут есть что выбивать. Окей, аккаунт донатный. До Минотавра еще не дошел. Окей, находится он в гильдии борцы. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. WhatsApp на экране, прием от 390к. Вот так вот. Ну что, поехали? Поехали. Поехали испытывать удачу. Чик, душик и имбобочка. Ну, остальные просто, это просто имба, имбалансные герои. Фрейка, ну, неплохо. Довольно-таки неплохо. И Влад Дракула. Чик, профессор Ибет, призрачный всадник. Ну, знаете, вот, вроде казалось бы, фигня это все. Но если так посмотреть, реально у вас с каждых фактически трех тычек падает... Тут уже у нас по две даже. Ну, видите, слизни тоже считают. Вот я не знаю, что слизни считают за легендарного героя. Вот это вот сам хуже всего, наверное, в этом. Королева Гарпий. Командорка. Так, а что там у нас на складе? Ой, у него тут... Надо место немножко нам почистить. Излишки, излишки доната. Так, это открыть. Минимальный донат, я вам скажу, довольно-таки неплохой аккаунт. Что у него по Зефиру? Зефира, наверное, еще он не собирал. 18 всего. Да, маловато. Так, ну 450, проверим. Просто изи, ребят. Просто налегке 450 и сразу же, ребятушки. Сразу же. Чё? Конечно же, недостающий. Поздравляю, первый недостающий есть. Но это было за 450. Поехали дальше. И тут сразу только чик. Батька ролит. Все влепили по лайку. Кто хочет выбить легенду себе на следующем роллинге, лепите лайки. Космо, просто, просто, ребята, это просто космический роллинг. Давайте их откроем сразу. Космо, блин, обалдеть. А, у него мест не хватает. Вот так вот. Такс. Ладно, идем смотреть. Свалин. Свалин, оккультист. Ледяха, Трифит и Фоба. Свалин, оккультист, Ледяха, Трифит и Фоба. Поехали дальше. Капитан Дрейк. Так, ну все равно придется слоты добавлять. ПБшка, неплохо. Укротитель. Купидон, бульдозер, душек. Медузка. Ну я бы не сказал, что вот прям, знаете, мега круто падает. Вот посмотрите, мы уже 20 с хреном касс ролили и реально падает. Махатмушка, ну это неплохо, неплохо. Но все-таки мне кажется лучше по 450, не знаю. Вот давайте половину мы закончим так, а половину мы сейчас паролим. Такое, ну Космо мы вытащили отсюда за 1200. Ну за там вытащили, в принципе, тоже неплохо. Так, еще разок. Ну что я могу вам сказать? Такое, знаете, ощущение. Вытащили Космо за 1200, там вытащили землеройку просто один раз за 450 и Дрейка там за 450. Но вот мы переролили 30 косамов и... В итоге нифига. Нифига интересного. А тут сразу только хоба и Фрея и Фея. Сразу на две буквы А. Череп. Просто жестко. Вот 450, мне кажется, что все-таки
1200, оно, да, заманчиво, что упадет легенда, она упадет, но, как видите, не всегда оно прет. Ара. Я говорил, ребят, просто 450 и все, и не надо никаких 1200. Просто 450. Так. Триант Седнушка. Друидик. Нормальный такой музончик. Давай, рандомчик. Жарим тебя. Ну. Это просто батька, ребят. Это просто батька рулит. Лепите лайки. Вот так вот выбиваются топовые легенды. И делаются топовые аккаунты. Кому надо, кидайте заявочки от 40к. Так. Блин, ну что я могу сказать? Фоба, Свален, Космо, Землеройка. Четыре героя у нас уже недостающих есть. Надо еще Ледяной Феникс. Давай, админ панелька, тащи. ПБшка, РТшка. Бугимешка. БГшка. Кто у нас следующий? Кто следующий? Атлантище. Профессор Рибет Малышник. Ну. КТшка. КТшка. РЦшка. Варлешка. И следующая имба у нас будет. Будет. Ниндзюшка. Так, окей, поехали. Немножко развеем этот роллинг. Ну, я вам скажу так. 450 тащит. Вот реально. Что бы ни говорили, 1200 круто, все, но на практике вы сами видите, что все-таки 450 это оно. Блин, ну надо ледяху, космо есть, космо обалденный, надо еще сюда добавить ледяху, ребятушки. Ледяха это будет просто пить. Ну, оккультиста, конечно, тоже неплохо было бы словить. Но мы так уже, я считаю, выполнили план на все 300-400%. А давайте сливайтесь уже. Живучая, живучая у него фреюшка. Так, отлично, Ронина разобрали. Давайте еще раз Ронина разбирайте. И... Так, отлично. Разобрались, поехали, ребятушки. 14К. Нам надо Ледяной Феникс. Триант. Триант. Ну, давай, Ледяшка. Ты надо здесь. Просто друид. Так, ну давайте 5 тычек. Сделаем 5 тычек по 1200. Ну, в принципе, так. Раз. Блин, куда слоты на склад? Вы чё? Так, блин, я эти книги продам. Тут можно еще такое у него продать ненужное. Это, в принципе, не надо. Вот это тоже. Шоколадки. Клевер. Надо место. Так, ну что, поехали. Да вы что, издеваетесь, что ли? Еще надо что-то продать. У него там, наверное, какие-то руны есть. О, у него есть ништяки, ребятушки. Поехали.
Ай, 450, это было больно. Я хотел тысячу. Ну посмотрите, ну издевается просто. Просто изи, ребят. Второй фоба падает. Сегодня какой-то фоба роллинг, я не знаю. Командорка. Котэшка и горгул. Ну вот так вот. И за 450. Последний кристаллический эктоплазм. Ну что я могу сказать? Я надеюсь, он будет доволен, потому что такие герои, которых мы выбили, это просто кайф иметь у себя на аккаунте. Так, а трифит. По-моему, трифит, да, мы же тоже вытащили, если я не ошибаюсь. Или нет? Нет, трифида мы не вытащили, это мне показалось. Короче, поздравляю. Надеюсь, ты не зря отдал мне свой аккаунт. Оккультисты ледях остались на следующие разы. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.